Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Сейчас нахожусь в городе Владивостоке. Смотрите, какая красота. Это район Сельской улицы. Посмотрите, как там внизу. Так вот здесь сейчас все расположено. Какая здесь красота. Медленно покажу. Просите показывать медленно, чтобы вы успели все рассмотреть. Вот так вот сейчас все выглядит. Это середина февраля. Вот. Скоро, кстати, китайский по лунному календарю Новый год. Вот это у них в этом году с 11 на 12 февраля будут отмечать. Каждый год у них по-новому, в отличие от нас. Так что вот так вот. Ну что, продолжаю съемки. Здесь сегодня вышла по вашим заказам на Сельскую. Вот она здесь так выглядит. Посмотрите. Как здесь и что здесь. Все. Мне вы пишете комментарии, и во многих там просьба снять какое-то определенное место. Вот, ну и в одном из комментариев тоже такая просьба была. Но там уже не место снять, а ну кто видео смотрит, так что уже знаете, какая тут история. Короче, Сергей, так вот у него такой ник, вот, и он сейчас в данное время находится в Украине, я не знаю, сколько он там находится, сколько он там живет, вот, и написал мне, вот у меня очередная серия посвящена вот этому комментарию, этому письму, вот, и он написал, что любит женщину. Вот имя, отчество написал, что кем она там работает. Ну, это в предыдущих сериях, можно сказать, есть. Вот. И попросил, чтобы я, значит, это ему посодействовала. Ну, и нашла эту женщину. Ну, вот я думаю, ладно, какая-то непонятная история. Вот, думала просто сниму дом. Вот сняла я этот дом, вот, но потом все-таки я думаю, ладно, человек действительно может сильно влюблен, вот пойду попробую поспрашивать. Зашла я туда, в этот 10-й дом, уже, конечно, этого не стала снимать, вот как я заходила, вот, ну и мне подсказали, что если это та, значит, одна учительница с 5-го этажа, вот на 5-м этаже проживает. Ну и сказали, что она замужем. Я не знаю, та или не та. Там дочь в Москве. Может, что-то они там напутали. Может, не так. Но никто не знает номер квартиры. Так визуально, видимо, знают, а номер квартиры не знают. Вот, ну, видите, сказали, что я еще уточняла. Вот так аккуратно спрашивала. Говорю, просто вот еще нужна она мне. Вот. Ну, сказали, что замужем. Вот, что там есть муж. Вот, ну, видимо, она. Потому что как-то несколько человек указывали вот на этот этаж. Вот. И вот так вот. В общем, все, что могла, сделала. Походила, спросила. Вот, вот такая вот история. Ну, поэтому я и говорю, что... Видите, в каком она сейчас статусе, что там, сколько вы ее видели, не видели, что там у вас получилось, чей там ребенок. Вот. Ну, это как бы все личные дела, ну, что получилось. Вот. Ну, единственный момент, что, может быть, совпало просто, что это другой человек. Вот, и может, та уже и не живет именно в этом доме. Вот может такое быть тогда.
Ну, все. Где делись они, я не знаю. Вот, но на вот эту вот сказали, что она замужем. Ну, и такое время было, может быть, не знаю, там несколько дверей стучало по этому этажу. Вот. Спрашивала, в какой квартире живет. Думаю, ну, вдруг повезет, и мы увидим ее. Вот, конечно, я не стала бы это на камеру снимать, просто лично бы поговорила. Вот, но, ну, может, она на работе. Вот такое время как раз. Вот, не знаю. Вот. Так что вот такие дела. Вот, смотрите, здесь у нас такие вот цены. Это вот вышло с этой сельской. Вот. Посмотрите. Попали в гущу событий. Вот смотрите, как у нас здесь сейчас. Вот это там Сабанеева вверх идет. Вот, помедленнее, чтобы рассмотрели. Вот. Так вот. Это все. Там высоко-высоко, сопочку. Там тоже люди живут. Здесь везде люди живут. Так, ну вот. Так что, кому интересно, смотрите. Вот сельская 3. Вот сейчас этот район тоже исследуем. Так. Везде колдобины. Надо не свалиться, не упасть. Вот. Что, вот так вот снимаю. Смотрите. Наши красоты зимние. Или там, конечно, здесь красивее. Снимала, смотрели, вот, когда все зеленое. Вот, а сейчас пока так. Вот, вот сугробики, которые то тают, то опять новые появляются. Вот. Так что вот так вот. Ну, я надеюсь, я не расстроила человека. Сама даже немножко расстроилась. Вот, ну... Не знаю, вы там не написали, сколько времени прошло. У меня начали вопросы задавать, как она выглядит. Вот, а я там полненькая, не полненькая, я говорю. Что-то там я сказала. Вот, ну вот так вот. Так, надо было мне дорогу тоже перейти. Так, куда я сейчас тут денусь? Тут только получается по светофору идти. Поснимаю. Ой, так, у нас там какая-то музыка звучит. Надо подальше отойти от нее. Музыка нам не нужна. Так, вот так вот. Из машины там какая-то мелодия. Так. Сейчас подождем, посмотрим вместе со мной. Там, кстати, вот этот я еще не показала вам супермаркет Реми. Вот. А кто давно не был, все здесь по-другому. Все новое построили, все течет, все меняется. Вот, аптеки здесь везде. У нас много аптек. Так, сейчас перейдем дорогу. Подожду. Так что вот такие. Пишите ваши комментарии. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Поддержите пальчиком канал. Жмите на колокольчик, который будет оповещать о новых видео. Пишите комментарии. Делитесь видео. Вот. Так, вот здесь 92-й 46-74, 95-й 47-12, дизель 52-63 и 51-57. Там что-то вообще как снежинка зимний какой-то, зимний-призимний. Видимо, не знаю. Посмотрим. Так, пойдем вверх, поднимемся. Посмотрим, что там наверху. Сегодня хорошо для съемок, потеплее. Сейчас где-то градусов минус 14 мороза. Ой. Так. Что вот так вот. Ну вот, такой у нас получился
поход по сельской. Вот. А то пишут, вам там все безразлично. Да я все понимаю, мне не безразлично. Я тоже вам говорю, работаю. Вот, нашла момент, пошла, сходила. Вот, все, все сняла, сами видели. Так, вот. Здесь, кстати, 37-й ходит автобус. Маршрутка. Сейчас посмотрим. Надо отойти. Вот такая она. Видите, Сабанеева, Баляева. Сабанеева 22, 16, 15 и Баляева. Так вот она курсирует. Туда получается наверх. Так. Ну вот так вот. Так что... Вот, смотрите, как у нас все выглядит. Так, вот учебное здесь заведение. Так. Хожу, снимаю. Вот так можете заодно посмотреть, чем у нас здесь одеты, какая у нас мода. Так, вот так вот. Смотрите, я иду, а вы смотрите. Все, что вокруг. А, вот, вижу я дрова эти наши. Еще тоже, видите, неубранный ботанический сад вывозили. Ну, видите, значит, получается, что всего города надо было вывезти. Что до сих пор везем. Все вот так вот у нас и выглядит. Так, сейчас поднимусь туда на виадук, повыше посмотрим. Так вот, видите, уже потихоньку рабочий день заканчивается, возвращаюсь. Ой, тут надо держаться за что-то. У меня все руки заняты. Так вот, видите, как скользко. Вот. Виадук. Вот уже такое расстояние пешком прошла. Зато все можно увидеть. Вот. Вот. Вот, пожалуйста, смотрите. Медленно вожу. Не вожу, а веду. То есть я должна по-русски правильно говорить. Кстати, вот Оском, про который я вам сказала уже, это вот если кто-то хочет какие-то сделки с недвижимостью, приезжаете, уезжаете, вот это вот рекомендую. Это фирма Оском работает, агентство по недвижимости, уже много-много лет, уже даже больше 20, так что такое вот оно хорошее агентство, рекомендую. Вот. Все. Надеюсь, вам видео понравилось. Поддержите канал, подписывайтесь, жмите на палец вверх, жмите на колокольчик, он будет оповещать о новых видео. Всего доброго!